Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас вторая Анюткина рука. Эта рука у нас поцелея. Она у нас практически не подверглась ковырятельным Аниным способностям. Поэтому на ней мы делаем опять же коррекцию. Но коррекцию делаем глубокую, потому что ногти у нас очень сильно отросли. И плюс мы хотим закладывать аквариумный дизайн. Да-да, на этой руке у нас тоже будет аквариум, как и на предыдущей. Поэтому по максимуму снимаем материал с поверхности ногтевой пластины для того, чтобы нам было куда положить новый. Собственно говоря, переходим к дизайну. Этот оттенок акрилатика мы с вами смешивали на канале, когда делали дизайн с лисенком. Ссылочку постараюсь оставить в описании, если не оставлю, напомните мне, пожалуйста. Поэтому сейчас из этого акрилатика на Аниных руках мы будем делать амбре. Амбре — это такой себе переход оттенков, поэтому выкладываем в растяжку оранжевый на кончики, а от кутикулы проложим красивенький камуфляжик, и у нас получится плавный переход. На самом деле все это безобразие будет основой под дизайн, поэтому слишком за плавностью перехода мы здесь следить не будем, потому что мы все равно будем эти пальцы зарисовывать, и рисовать мы будем довольно-таки много. Без рисунка я ее никуда отпускать не собираюсь. Поэтому следим за тем, чтобы у нас получился красивый переход, но не сильно плавный. Ну, вернее, как, можно сделать идеально плавный, но только зачем заморачиваться и тратить на это время. Перекрываем остальные ноготочки опять же этим же цветом камуфляжика. Этот цвет у нас в магазине есть, называется нежно-розовый, по-моему, если я правильно его называю. Так вот, очень интересный оттенок. Клиенты сейчас такой цвет любят, но почему-то он на камере получился белесенький. Он слегка розовее вживую, чем я вижу у себя на экране компьютера. Но опять же, цветопередача на всех устройствах разная, поэтому то, что вы видите на экране, и то, что есть в баночке, могут друг от друга отличаться. Ну, просто потому, что экран каждого устройства цвет передает по-своему. Вот я то, что вижу, мне кажется, что в банке он вживую выглядит розовее. Но если я буду смотреть это на своем телефоне, мне будет казаться, что он, наверное, немножечко в другую сторону должен уходить. Короче, я так много всего наговорила, надеюсь, вы меня поняли. Мы же тем временем переходим к опилу. Итак, в компаньоны к этому аквариуму мы выбрали вот такой вот 18-й оттенок, неоновый, оранжевый, очень красивый.
Но в дальнейшем, когда уже добавится прорисовка, когда вся картинка сложится воедино, я бы взяла все-таки на эти ногти какой-нибудь цвет чуть-чуть потемнее, не такой ярко бросающийся в глаза, потому что дизайн и этот цвет будут друг с другом конкурировать. Я бы уже сейчас, допустим, посмотрев на полную картинку, для покрытия выбрала какой-нибудь бы темно-бордовый оттенок. Ну и все эти оранжевые цвета, все эти переходы мне почему-то проассоциировались с какой-то саванной, с какой-то пустыней, поэтому рисуем такой себе анималистический принт, такие себе зебровые полоски. И да, вы видите, как Аня тут помогает читать комментарии, прыгает у меня в руках, я на нее кричала уже, я не знаю как, вы все слышали в прямом эфире, как я на нее кричала. Так вот, даже если клиент у вас в руках прыгает, на самом деле это вам не должно мешать рисовать. Мы же тем временем прорисовываем черные полоски, следим за тем, чтобы у нас было движение, чтобы у нас полоска была где-то толстая, где-то тоненькая, где-то совсем тоненькая. И чем ярче будут вот эти вот переходы, чем интереснее будут движения и живее будет ваша линия, тем интереснее будет дизайн ногтей в целом. И опять же, на этом можно было остановиться, но нет, берем, добавляем сюда блестюшечек. Потом поверху всего происходящего добавляем еще и белой прорисовки.
Итак, вот такие ноготочки у нас получились. Очень яркие, очень вкусные, безумно красивые. Надеюсь, вам понравилось. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!